Добрый день! Сегодня в передаче «Короткий метр» смотрим фильм-притчу о жадности под названием «Черная дыра». В качестве режиссеров, равно как и сценаристов, выступил дуэт Филипп Сенсом и Олли Уильямс. На фестивале Virgin Media Shorts фильм «Черная дыра» получил гран-при. Парни не могли поверить, когда Кевин Спейси назвал их имена. «Победа была полнейшей неожиданностью для нас. Мы даже никого не пригласили на это мероприятие», — говорит Филипп Сенсом. Итак, пришла пора посмотреть фильм «Черная дыра».